его знали все. Турнир по самбо, посвященный памяти первого чемпиона Европы, чемпиона мира по самбо Кюлинина Владимира Александровича, прошел в спортивно-концертном комплексе парка Дубки в Сестрорецке. Все, кто присутствует сегодня здесь, на этом традиционном, сказал бы теперь, турнире, посвященном великому спортсмену нашего города Ленинградской области, это еще был Советский Союз. И я хочу сказать спасибо большое организаторам, что вы именно здесь проводите это мероприятие, посвященное Володе Кюдинину. Мы понимаем, какое сейчас у спортсменов переживание, да, как они готовятся, потому что, ну, лично мне это понятно, потому что все свое юношеское время я тоже отдал борьбе и много лет занимался непосредственно дзюдо, самбо и дзюдо, это, в общем-то, почти одно и то же. Вот. И мы хотим вам пожелать, чтобы эти переживания вы всегда пережили, потому что только спорт, и в моем случае, и в вашем, видимо, тоже, да, борьба выдает хороший результат, спортивный дух. Турнир проводится в честь чемпиона мира по самбо Кюлинина Владимира Александровича, человека-легенды, первого чемпиона Европы, боровшегося в легкой весовой категории. В этом году проводится уже шестой турнир. 98 спортсменов-самбистов, команд из Пскова, Великого Новгорода, Петербурга и Ленинградской области. Особая ставка у организаторов, конечно, на команду из Сестрорецка подросткового молодежного клуба «Восход». Он, конечно, становится с каждым годом лучше и лучше. Спортсмены становятся более профессиональными, уже борьба проходит более осознанно, и команды специально готовятся к нашему турниру. Потому что можно сказать, что турниров по самбо, в отличие от дзюдо, не так много и проходит, гораздо меньше, чем по дзюдо, поэтому спортсмены очень тщательно готовятся. Философия самбо – не только вид спортивного единоборства и система противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств. Самбо относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира.